Готовим робочий раствор диоксида хлора. Упаковка, таблетка 4 грамма. Помещаем ее в 1 литр воды. И наблюдаем за происходящим. Давайте понаблюдаем, что сейчас происходит. Идет процесс реакции, таблетка свободно и спокойно растворяется в растворе. Это обыкновенная водопроводная вода, то есть не водопроводная, а вода из скважины. То есть в ней нету обыкновенного гипохлорита натрия, которым хлорируют воду для подачи в городскую сеть водоснабжения. Ну, наверное, процесс займет некоторое время. Давайте дождемся окончательного растворения. Сделаем небольшую паузу и по мере растворения будем проводить съемку. Смотрим через некоторое время. Немножко ускорить диффузию. Таблетка уже почти растворилась. Значит, здесь мы получаем 4 грамма диоксида хлора в растворе на 1 литр. То есть соотношение по концентрации будет составлять 4 к 1000. 4 грамма диоксида хлора 1000 миллилитров воды. Соответственно, эта концентрация будет составлять 0,004%. Это приготавливается рабочий раствор. Далее уже концентрации довольно-таки достаточно. Мы можем приготовить рабочий раствор для работы в лаборатории.